вознаграждается Шатакхамашвили за выполненные упражнения на бицепс, дельтообразные и полудельтообразные движения, гантель весом по 10 кг, левой и правой руками, попеременно без остановки 30 минут, 1526 раз, что является мировым рекордом. Президент Федерации Олимпийской Волынской области Ворожков Владимир Петрович. 19 июля 2013 года. Город Луцк, Украина. Тепер посередині, щоб він був.